В Красан-Гуринга отдыхает Натан Макарян. Ему 12 лет, имеет первый юношеский разряд, представляет город Черкассы, КДЮ США «Виктория». Боксом занимается 3 года. Провел 22 боя, в 19 и одержал победу. Тренируется под руководством Владимира Кюртенко. Ему 12 лет, имеет третий юношеский разряд. Представляет Черкасский район ОДЮ США «Спартак». Боксом занимается 1 год, учет боев не ведет. Тренируется под руководством Александра Филинского. Готовится 11-я пара. Максим Кофан, Виктория, Артур Маргарян. Умань. Thank you.
Приготовился к выходу на ринг 11-й паре боксеров Максим Хофан, Виктория, Артур Баргарян, Умань. Категория до 59 килограмм. В этом бою со счетом 2-1 победу одержал Натан Макарян. Виктория. Он становится чемпионом Черкасской области весовой категории до 56 килограмм. За второе место награждается Владислав Сиренко, «Спартак», медалью за второе место и дипломом второй степени. А чемпионом области в этой весовой категории стал Натан Макарян, Виктория, Черкасы. Судейская бригада в том же составе.